человек записывает одно значение отклонения стрелки и соответствующему расход газа, то вот этот прибор электронный, он в секунду делает 10 измерений, и каждое запоминает. А вообще до 100 секунд он делает, соответственно, умножить на 10 измерений, это уже получается около 1000 измерений. Да? Проходное сечение 14 миллиметров, а не 1 миллиметр или 2 или 3. И благодаря этому он не засоряется угольной пылью. Да? Раз. Второе. Он измеряет температуру и напряжение на второй бусинке, и это значение процессор обрабатывает, это сколько вольт, да, и запоминает это. Вот. И вот эти вот, значит, параметры потом служат основой для того, чтобы сказать, опасно по выбросам или не опасно. И в этом случае, если опасно, то этот мастер по прогнозу, он тут же наряд дает людей вывести отсюда. Да? Остается один, как правило, человек, который уже берет буровой станок с электроприводом и начинает потихоньку уже, значит, это примерно 80 миллиметров или 100 миллиметров скважину такую, вторгаться в угольный пласт. Не спеша. Почему? Потому что если он это будет делать очень медленно, то газ будет в эту вот большую дырку выходить, и выброса не будет. А если слишком сильно, скорость будет большая, то может такой процесс произойти, что уголь начнет выбрасываться через это большое отверстие, и лавинообразно он и всю вот эту вот призабойную толщину выбросит. А газ, который там освобождается внутри, он мгновенно наберет давление, и от 100 тонн угля до 10 тысяч тонн закупоривает выработку. Понимаете?